Всем доброго вечера, с вами Каиса, и я продолжаю проходить первую Паразит Ив. На чем мы там закончили вчера? Давайте-ка заценим. Так, я чисто по времени вот смотрю. Вот, да, вот тут я пошел в Центральный парк, и мне дали наводку. Нет, не наводку мне дали, а... На водочку. Что? В общем, в Центральный парк мне нафиг и не надо было идти. То есть я сюда пошел, ну, по своей инициативе. Мне надо после музея было в полицейский участок ехать. Но я тут подумал, давайте побегаем по парку, атмосферненько тут. И все разведаем. Может быть, что-нибудь мы найдем новенькое, кто знает. Ну а вдруг? По крайней мере, позачищаем врагов. Зоопарк. Ну что, сходим в зоопарк? Давайте сходим, почему бы не сходить в зоопарк? Правда, потом отсюда ищи выход. Блин. Это то еще зрелище. Так, я вот какую-то я здесь не подвинул все-таки тумбочку. Какую-то. Точнее, не тумбочку, а что-то такое. Короче говоря, я все-таки не подвинул. Там нужно так точно нащупать что-то. Надеюсь, у меня сейчас я еще могу это сделать. Во! Точно! Посмотрите-ка. Вам нужен ключ. Блин, а что за ключ? А, ключ от зоопарка, что ли? Блин, я же его выложил. Или какой-то другой ключ. Возможно, это спецключ, который я истратил все. Блин, обидно, обидно, обидно. Досадно. Ну ладно. Так, а что у нас здесь было? Неужели никто не респаунится? Не верю. Вот не верю я. Вообще не верю, что такое бывает в этой игре. Так, а тут у нас что было? Дайте-ка вспомнить. Да блин! Да вы издеваетесь, я открывал уже эту дверь. Блин. В новом дне, видать, все по дефолту восстановилось. То, что я открывал ранее, в других днях, во втором. Так, ну где кто? Вы что, издеваетесь, что ли? Дебилоиды. Не верю я в этот бред, что никого нету. О! Пошла вода горячая. Здорово. А я не помню, вы были в прошлый раз тут? Отлично. Собираем патроны. Неплохо было бы прокачаться. Так, тут кто-то есть? Чё, совсем никого? Так, это я вернулся напрасно. Ну, я подумал, может, тут бесконечно респаунятся враги. Врагулечки. Мои любимые. Так, где? Так, дверь. Нет, не открывается. Ну, где вы? Еще будете?
Я бы еще косарь срубил. Почему бы не срубить на вас? Такие вы. Так, ну пойдемте туда сбегаем. А, или я отсюда прибежал? Блин, да вы издеваетесь. А я не могу, что ли, уйти куда-то в другое место? А, или это другое место здесь находится? Вот здесь, да, по-моему? Точно уже не помню, уже позабыл. Память отшибла нахрен. Так, что у нас тут? Опа, здорово. Змеи, да? Змей Горыныч и птицы. Вот птиц я не люблю. Вот не люблю я птиц. И змеи тоже. Хлам мне не нужен. Так, понятно. Тут были они. Я на самом деле не знаю, может мне сюда стоит пойти. Все разведать еще раз. По этому мостику пробежаться. А то в прошлой серии вообще экшена не было практически. Как так можно жить? Вот и я не понимаю. Так, тут ящик открыл. О, ты кто? Кем будешь, представься. О, змеи. Блин, а чё так долго-то? Чёрт. Ах ты сволочь. Вода R, окей. И патроны. Не хотелось бы все патроны спустить. Я надеюсь, я их не спускаю сейчас. Да нет, в принципе, много еще. 314 аж. А, погодите, а я сюда вернулся. Какого хрена? Мне такое не нужно дело. Нафиг, нафиг так жить. Может, тут кто-то... Респаунятся? Нет. Нет, не хотят. Они как-то странным образом респаунятся. Как будто должно какое-то время пройти, что ли. О, эти быстро. Есть. Так, тут будет респауны. Хотя мне этот хлам, вот этот респаун мне вообще не выгоден. Потому что птицы это тупые создания, они уже задолбали меня. Да ну нафиг, зачем? Ну зачем? Повышен, ура! Я до 16 уровня прокачался. Так, давайте посмотрим. У нас есть бонус очки. А что мы можем конкретно? Автомат прокачать? Палка, жилет можем прокачать. Защита, энергия. Или время. Давайте еще время прокачаем.
Так. Ну давайте сюда сходим. Здесь была Ева. Когда-то. Точнее, она была вот здесь вот. Где-то. А мобов я не помню. Были ли тут мобы когда-то вообще? Дверь-то не открывается, похоже. Бэкстейдж. По-моему, это открывается. Да. Или уже нет. А возможно, она уже не откроется. Возможно, я не смогу сюда вернуться. Да, походу, не откроется. День-то уже другой. Тут у нас пусто. Вообще никого нету. Ладно, что ж поделать. Пойдемте в тот лабиринт еще раз сбегаем. Правда, потом возвращаться хрен знает сколько. Вообще никаких комментариев на труп больше нету. Ящики-то уже... Кстати, насчет ящиков, все ли я их пощупал? Опа! Ну, конечно. Ящик тут не прощупался у меня почему-то в прошлый раз. Так, а что тут? Кто тут живет? А, тут кто-то был мощный. О, здорово, Биркин. Ах ты ж, сука! Получай, фашист! В очередь, блин. Так, одну вещь, патроны. Больше потратил, наверное. Тут есть сохранялка, тут была какая-то дверь, но пока она нам недоступна. Была, по крайней мере. Больше тут вообще непонятно, есть ли тут что-то еще или нету. Похоже, что больше ничего и нету. Ладно, пойдемте в лабиринт. Да, вот лабиринт начинается. Я ни хрена не запомнил, где какой вход, откуда, куда ведет, зачем, почему. Ну, в общем, как-то так. Мобы будут в этом вашем лабиринте. Кто-нибудь, покажись. Че, никого нет, что ли? Вымерли, что ли, все? Так, тут, по сути, этот вход ведет... А, тут был ящик. Кстати, я, возможно, в ящиках что-то оставлял. Нет, в этом точно ничего. По сути, это специально так запутано. На самом деле все ведет вот сюда. Вот тут кто-то был даже. И может кто-то сейчас будет тут, да. Ты кто? О, как фартануло-то. А ты сука.
сволочь. Вау. Окей. Прокачиваемся. На самом деле, в эту паразитку можно играть, да? Тут сутками, неделями, вот так вот, бегая, респавня врагов, прокачиваясь. Так можно и докачаться до какого-то там критического уровня, где прокачка вообще будет идти быстро. Так, а вот тут куда? Куда тут? А, я, кажется, знаю, что это за мостик. Блин, а похоже все. На самом деле, в первый раз показалось так, что много ходов было там разных. Это куда ведет? Наверняка назад. А, это на первый мостик. Да, тут несколько таких мостов. Интересно, я что-нибудь оставлял в этом ящике? Хотя, мне кажется... А, я его даже не открывал. Охренеть. Заменить вещь хочу. Точнее, давайте подлечимся. У меня аптечек полно. Вода R. Блин, да у меня этой воды R уже хоть опейся. Хоть обоссысь. У меня этой воды R уже. Опейся и обоссысь. Не, ну правда, вот. Зачем столько давать этой воды R, когда отравление... Возможно, только когда змеи, и то не факт. Так, ты чё? Разлёгся тут. Он не дает пройти, козлина. Похоже, он мне заблокировал путь. Они специально тут валяются, блин. Да, похоже, не сходим мы. Не сходим мы туда. Печальненько. Тревожненько. Ну да ладненько. Что ж поделать-то, а? Ничего не поделаешь. Значит, все, пора валить отсюда. Резона уже никакого нету. Бегать тут. Да был я здесь. Наверняка. А, так это я вышел. Куда? В начало этого лабиринта, что ли? Тут я пробегал, да, не помню. Ладно, пошли отсюда. Что-то врагов тут не завезли. Поэтому делать тут особо нечего. Так, какие-то случайные респаунятся. Может, сейчас в третий раз тут будет респаун? Хотя мне вот этот респаун вообще нафиг не нужен, потому что он бесполезный. Мне бы вот жирненького какого-нибудь. Чё, никого не будет, что ли? Ты издеваешься? Так, давайте ящики проверим. Я, конечно, не все проверю, но какие-то смогу проверить. Потому что черт его знает. Они, кстати, выделяются, если там лежит вещь или нет. Или надо подбегать и щупать. Могли бы... А, стоять! Так ящики закрываются обратно, если там есть вещи. Только открытые ящики, как бы, ну, они пустые на самом деле.
Вот в чем вся фишка. Так, мне, получается, надо ключик найти будет и отпереть тот шкаф, который я не отпер. Эх. Так, ну это никуда не приведет, по сути. А, это я обратно? Мне обратно не надо. Спасибо, игра. Воздержусь как-нибудь. Ты такая щедрая. Да, вот мне надо туда будет вернуться. Но это все потом. Когда будет ключ. На. Прощай, зоопарк. На время. Мобы, ну где вы там, а? Блин, как бы я еще бы хотел бы с червями подраться. За них столько опыта дали. Так, значит, нам в участок, да? Окей, сейвимся. Так, а что тут машина делает, кстати? Что ей надо тут? А, это наша машина, типа, да? Или нет? Давайте пересохранимся. Немножечко. И поедем, помчимся. Наверное, в полицию. Точнее, в полицейский участок. А. Следов Евы нет, но животные зоопарка до сих пор на свободе. Бывает. Так. Музей. Так. Ну да, в участок. Больше, по сути-то, и некуда. Все остальное бесполезно. Черт, все эти дни! Что это был за список? Это список хла, в котором указана степень совместимости органов при трансплантации. Но почему Бен и Лоррейн в этом списке? В списке люди с подходящими хла-типами, видимо. Господи, надо забрать его. Я немедленно возвращаюсь в участок и... Так, ну, возвращаемся в участок, в общем. Сейчас опять, наверное, куча болтовни. Куча сюжетов по лицу. Что здесь произошло? Опа, действительно что-то произошло. Куда делся тот секретарь? Ева! Она здесь? Я пойду проверю. Вы оба стойте здесь. Черт, я не собираюсь сидеть здесь и ждать, пока перебьют всю мою семью. Даниэль! Подожди, Ая! Вот, возьми это! Что это? Талисман большой удачи из Японии. Надеюсь, он тебе поможет. Вижу, у тебя нет места в рюкзаке. Если что, я здесь. Будь осторожна. Так, нет места в рюкзаке. Херня. Так, а чё у меня? Теперь место есть, да?
Ну, у меня броня получается слабее из-за того, что я надел место. Нет, давайте что-нибудь другое сделаем. Наверняка есть какая-нибудь хрень, которую не жалко выкинуть, просто взять. Вода Р. Пошла нафиг. Да. Давай. Хамая, талисман большой удачи. Пожалуйста, береги себя, я подожду тебя здесь. Конечно. Сам-то он никуда не пойдет. У него оружия нету. Ученый. Так, почему я туда не могу за стойку пробежать? Ну ладно. Так, что сейчас, куда? Опа, он мертвый. Сейчас помогу, держись. Патроны. Отлично. Кто это был? Он мертв. Чё? Кто-то напал на участок. Опа, ни хрена, прям тут? Ты чё за херь? Обезьяна. Ах ты сука. Ты чё, блядь? Да иди ты нахрен. Сдохни отсюда. Хлам. Блин, да иди в жопу со своим хламом. Давайте в раздевалку зайдем. Блин, похоже, весь участок надо. Ой, тебя кокнули. Кто это, блядь? Кто это сделал? Держись! То же самое. Он мертв. Заперто? А. Так, пойдемте сходим тогда сюда. А вдруг мне не надо сюда первым делом? Ой, у тебя кокнули. Вернер! А я... Эта сука застала нас врасплох. Многие были на дежурстве. Сейчас помогу, держись. Не надо, оставь. Торопись, найди Бена. Возьми обойму. Это сука. Кто это был? Ева. Так. Напряжно все пошло. Так. Давайте сюда сходим. Чё? Еще кого-то грохнули. Вы в порядке? Где капитан? Он пошел искать Бена. Нет, пожалуйста.
Он мертв. А патроны? Слышь, мужик, ты козлина. Где патроны? Может, еще раз? Да блин. У всех есть патроны, а у него нету, козлина. Так, пошли отсюда. Ладно. Видимо, сюда нам не очень бы-то надо, как бы. Так, Вернер, похоже, еще живой. Надо только ему помочь как-то. Ну как? Чё, опять? Опять хлам, да? Блин, да мне тебя убивать не хочется. Ой, птица еще. Ты чё, блин? Да, это было слишком плохо. Блин, а чё мне? А я не могу сразу принять её. Места не... Нет, это печально. Надо сожрать все аптечки. Единички, которые. Они слишком много отнимают места. Так, чё, вниз пойдем? Сходим. Ты кто? Ты кто? Ты кто, Вася? Нет, иди в жопу! Чё тебе надо? Ни хрена себе ты, маньяк! Вау. Аптечка и атака плюс один. Круто. Опять места нету. Атака плюс один. Ну, используем. Времени копить-то все нету. Сходим сюда. Стой, это я! Ая, это суча... Блин, я пропустил. Эй, Ая, думаю, пришло мое время. Почему? Почему ты не стрелял? Ни разу не стрелял после. После того, как застрелили твою дочь. Торос, это не вина оружия. Может, ты и прав. Вайен, не забывай моих уроков. Теперь ты один. Торос! Нет! Пистолет. Пистолет? Это... Да, пистолет Тороса. Он не пользовался им уже 100 лет, но всегда содержал его в порядке. Ведь он был не только кладовщиком, но и хорошим стрелком. Однако после того, как его дочь убили случайным выстрелом на улице,
Он больше никогда не стрелял. Его перевели сюда, в оружейную. Какая потеря. Ая, я знаю, тебе пригодится этот пистолет. И отомсти этим тварям за Тороса. Патроны. Да мне пистолет как-то не нужен. Тут ящик еще есть. Аптечка. Блин, наверняка опять места нету. Если хочешь, можешь оставить здесь что-нибудь. Нет у меня хлама. Так, давайте отдадим что-нибудь. Пистолет, иди сюда. Так, палка. А, я тебя не могу, обязательно с собой надо таскать. Пришей эту тварь за Тороса, Ая. Так, предметы. Вот мне ключи бы пригодились бы, конечно. Я бы мог вернуться. Вода М я вообще не знаю. Давайте пока уберем ее. Она от пауков будет эффективно. Экстра. Иди в ящик. Птичек много. Вода Р опять. Я не знаю, что такое хамая. Честно, вот. Талисман большой удачи. Может, это хрень какая-нибудь? Экстра. Да ну нафиг, давайте уберем эту экстру. Что-то я уверенность почуял, что я не сдохну. Так, ладно, пошли отсюда. Так, тут сейчас опять, да, будет этот респаун? Ну да. Вау. Вы, наверное, шутите? Вау, неплохо. Только мне нужна аптечка. Хотя я бы мог сейчас взять хлам, отдать. Может, что-то полезное получил бы. Дверь вышибли. Ни хрена ж себе. Возьми это! Я в порядке! Прошу, найди Бена! Ты в порядке? А чё тогда валяешься на полу? О, прям тут? Да ладно! Вали. Чё, блин?
Давайте аптечки. Что такое? Неужели это Шива? Что, собаку что ли убили? Так, а если я перезайду, враги появятся? Опа! Шива! Стой! Иди сюда! Больше не появляется тут никто. Так, а где это может быть? Ты кто опять? Больно бьет, гад. Сколько же раз он тут респаунится? Мне интересно. Сколько я могу заочищать тут? Че, опять будет? Больше не происходит. Так, а я могу сюда пойти, да? У меня ключа нету от оружия. Так, а где Бен наверху, что ли, бегает? Так, там кто-то валяется. Ая, ты должна найти Бена. Он побежал наверх за Шивой. Давай я обработаю твою рану, держись. Я в порядке. Срочно найди Бена. Торопись, а то будет поздно. Тут кто-нибудь есть? Нам на третий этаж, походу, надо, на второй. О, не зря сюда зашел. Ты кто за хер? Паук, что ли? Это паук, блин. Повышен. Ура. 17-й левел. Так. Прокачиваем время. О, тут ящик есть.
высокопрочный бронежилет. Вау. Давайте заценим. Авто. Надо его одевать. При низком ХП исполняет аптечку. Нифига себе. А, у меня же, кстати, есть... Вот такая вот штука. Мед. Контуз. Контузия противника. Так. Уже пауки пошли. Ну совсем охренели. Ну а где респаун? Блин, нет, нифига. Ладно. Давайте подниматься наверх тогда. Где мне Беннета искать? Держись! Не могу! Пошевелиться, наверное, уже все. Возьми. Бен пошел наверх. Он мертв. Так, у нас новое место. Нас сюда не пускали раньше. Кто тут у нас? О, ты кто? Пауки, ё-моё! Ты чё, блин? Паук. Не, давайте сюда сперва, наверное, сходим. Посмотрим, что это за место такое. Есть ящик. Увеличивает P энергии на 1. P энергии. А-а-а. Круто. Там что-то есть? Нет, или тупик? Так, начинается. Ах ты сволочь, ты чё? Чёрт, он меня околдовал. Да ну тебя нафиг. Козлы вонючие. Жестко дамагают, жестко. А, стоп, у нас же было это.
еще тут у нас? Такое. Кровать, что ли, какая-то? Унитаз. А зачем это место? Что я тут могу сделать? Непонятно. А, вот здесь есть коробка. Ключ. Отлично. Кажется, ключ мне нужен. Для чего-то более лучшего, чем я его обычно применяю. Так, а здесь что? Ничего нету? Выходим тогда отсюда. Тут что? Шива! Не ходи туда! Шива! Что с тобой? Шива! Стой! Ну где? Крысы. Пауки, блин. Да блин, я не ту цель выбираю. Вот дерьмо-то, а. Тут есть дверь. Тут есть дверь. Давайте сюда сперва сходим, наверное. Тут есть зеркало. Кто сейчас? Ах вы сволочи поганые. Да вы чё, блин? Фух, ещё очки получаем. Аптечки. Ну, хорошо, хоть аптечки нормально так дают в большом количестве. Третий уровень. Чё это такое? Там что-то блестит. Там что-то блестит. А что именно? Давайте зайдем. А, так просто. Это одна комната считается. Что ты такое? Ключ склада оружейная. Надо туда, да, сходить? Вернуться. Иначе потом... Да, Нейзерамус мне как раз предупреждал. Иначе потом больше не попаду туда. Так. Опять пауки. Вот, пауки, они противные какие-то.
замедление приличным. Да хватит тебе меня пинать. Патроны. Что у нас по патронам? Я в плюс иду. Мне кажется, все равно. Так, давайте вернемся тогда в оружейную. Пока не стало слишком поздно. Никого не бывает в этом коридоре. А здесь будет сейчас еще кто-то, нет? Никого. Так, ну тут в подвале я уже всех зачищал. Уже по несколько раз. Так что вряд ли. Оружейный. Посмотрим, наконец, что здесь находится. Вау, какой здоровый ящик. Автомат МП5К. Блин. Что за автомат такой? Он мощнее, что ли? Атака у него хорошая. А, или нет? 36, 43. В общем, даже я не знаю, как быть-то. Сколько тут ящиков-то? Ключ. Обменять. Да я не знаю, у меня все какое-то ценное. Сейчас. Хотят стоять. Мы можем, в принципе, с помощью ключа модернизировать. Нам не нужно столько оружия, на самом деле. М11. А чем он лучше? По 3 пули выпускает, а у меня этот по 5. Так что я не вижу разницы. Так что давайте, наверное, выбросим этот МП5К. Его характеристики отдадим. Так, у меня был еще какой-то пистолет. А, я его скинул. Так, а что здесь? Атака. Убойная сила. Окей. Все, больше ничего нету.
Так. У меня куча всяких этих пистолетов. Так, сделали М11, прокачали. А, надо было броник тоже скинуть. Ну ладно, броник у нас, в принципе, можно пока сюда скинуть. Так, тут надо боезапас извлечь. Во, отлично. Так, что бы тебе отдать из предметов? Ключ от оружейной. Сразу выкинуть. Много аптечек, сколько? Так, ну что ж, пойдем тогда отсюда. Или пойдемте сохранимся. Закончим на этом серию, потому что уже я посмотрел, больше часа идет. Так, нет, сюда мне не надо. Тут даже никто не водится из мобов. Так, сохраняемся. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачки и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.